кроме того, что я еще жив, меня ничего не удивляет. Технологии стали сильнее, а мы ослабели. Мы создавали компьютеры, роботов, целые армии машин. Но что, если враг украдет ключи? Когда машины, построенные ими для безопасности, обернулись против нас, вот тогда они поняли, что им всегда будут нужны такие, как мы, способные сделать то, что другим не под силу.